Добрый день, уважаемые подписчики! С вами канал «Городской колхозник». Вот сегодня мы будем делать теплую грядку. Высота грядки, а вот я тут сделал две заготовки. Высота ее 45 сантиметров. Ширина будет 1 метр. Вот я как раз сейчас напиливаю, отпиливаю поперечки. Здесь уже, кстати, все соединил. Использовал 4 брусочка. На центральных двух брусках будут перемычки, как снизу, так и сверху, соединяющие вот эти две половинки, как-то как ребра жесткости. Ну, результат сейчас соберу и покажу вам. Напиливаю вот такие досочки по 100 сантиметров. Ну и вот решил вот эту вот распилить доску и удивился. Вот, ну что в ней странного? Вроде как обзол какой-то или что. Мне сразу показалось. Вот здесь, вот здесь. Ну и краеды были, да? Так вот, ребята, никакой не обзол. Доска сама ровная. Прямая, вот она была такая. Это просто ее вот так вот обгрызли. Просто вот так вот обглодали краеды. Вот оно все вытряхивается. Распилю эту доску, там посмотрим. Буду использовать, не буду. Каркас почти собран. Осталось взять одну половинку, положить ее сверху и прикрутить. Ну, после этого еще будут делаться усилители, но это будет чуть позже. Вот почти все готово. Сбивал из досок, которые были. Не стремился к какой-то равноте. Кривого много. Меня это не смущает. Это высокая теплая грядка. Она будет находиться на земле. Никто этого не увидит. Это все равноты, красоты. Ну, самое главное, что жена будет довольна. Короб готов. Напоминаю, это наша теплая грядка. Вот несколько часов работы. Какие-то доски. От забора или не от забора, не от забора, от конька крыши, вот что я снимал доски, вот эти синие крашеные. Какие-то бруски, какие-то доски еще лакированные, времен, когда мама делала балкон. И вот у нас получилась вот такая грядка. Значит, длина 3 метра 23 сантиметра, ширина 1 метр, высота 45 сантиметров. Ну, на днях установим, возможно, снимем видео, а возможно и не будем снимать, потому что подготовка этой грядки, установка и вот и земля, выброс земли, выброс всякой травы, чтобы она снизу прела. Ну, это такой длинный процесс. Ну, если вспомню, сниму про эту грядку. А с вами был городской колхозник. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, делимся роликом в социальных сетях и до скорых встреч!